Добрый день, дорогие друзья, и добрый день, посетители торгового центра «Мегамолл». Вы знаете, насколько сегодня уникальный день. Кто проходит мимо, не проходите, останавливайтесь возле нас, мужчины, вы тоже. Сегодня уникальный день тем, что у нас есть возможность сделать очень доброе дело. Поэтому мы приглашаем всех присоединиться чуть ближе к сцене, присоединиться для того, чтобы помочь одному прекрасному молодому человеку. Он очень добрый, он очень веселый, он очень креативный. Но вместе с тем у нас сегодня есть возможность ему помочь в его проблеме. Для этого сегодня собрано очень много детей, очень много сил было вложено. Мы приглашаем вас присоединиться к сцене. Приближайтесь, мы начинаем через минуту. Мы приглашаем вас. Винница богата на талантливых людей. И существует много проектов. В Виннице очень много проектов, которые поддерживают людей, благотворительных проектов. И, к сожалению, в нашей жизни есть люди, которые нуждаются в помощи, но, к счастью, есть люди, которых есть желание, возможность и, главное, готовность помочь и сделать человека счастливым. Вы знаете, есть в Виннице такой проект, проект «Жінка Вінниччини». Это благотворительный проект. В этом году он организован в поддержку 16-летнего парня Артура Мельниченко. Он сегодня находится рядом с нами. Давайте поддержим его нашим аплодисментами. Поддержите, пожалуйста. Артур сидит прямо перед сценой. Громче, 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 громче. Поддержите. И сегодня мы с вами собрались, я повторюсь, чтобы допомогти Артуру Мельниченко. За декілька цих днів, скільки ми знайомі з Артурчиком і з його мамою, ми вже встигли подружитися. І наші дітки, мої вихованці зразкової майстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія» міського палацу мистецтв, мають ще одного друга. Ось, тому що ми разом зняли кліп. Якщо ви захочете подивитися, він класний, він чудовий. Там немає ніякого суму, там є тільки веселість і прагнення до перемоги, прагнення до всього-всього-всього самого найкращого. Мене звати Віра Майборода, заходьте до мене на сторіночку Facebook, дивіться наш кліп, підтримуйте нас. Слева від мене знаходиться благотворительна скринька. Ми впевнені, що люди у нас на Вінниччині не такие, красивое такое слово, не такие байдужие, как во всех остальных, как и других странах. Мы приглашаем вас принять участие и немножечко своей души опустить вот в это, да, символическое сердце. Ну что, дорогие друзья, в процессе всего концерта у вас есть возможность присоединиться к добру. И я приглашаю сейчас поприветствовать громкими аплодисментами. Будьте добры, давайте очень громко и дружно приветствовать друг дружка. Панайотов Андрей с песней «Выбирай». Ваши громкие-громкие овации. Ти віриш йому, ти слухаєш і мовчиш.
твої дні, результати дорослих ігор, для кого живеш ти і далі куди біжиш. Ваши громкие-громкие аплодисменты. По наётам, Андрей. Громче, 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 громче. Очень-очень важно то, что вот к Вере Майбриде на обучение приходят даже с семьями. Потому что следующая девушка, которая будет выступать, это сестра Андрея. Будьте добры, давайте поприветствуем Панайотова Дарья с песней «Зеленкрел». Ваши громкие-громкие аплодисменты. Зелена, і до поля біля клена, наречена зоря на його.
Ваша громкая-громкая поддержка Панайотова Дарья с прекрасной песней. И кто присоединился к нам буквально пару секунд назад, мы снова и снова хотим обратить ваше внимание на прекрасного парня Антура. Потому что он сегодня действительно счастлив. Ты правильно счастлив? Да? И мама его счастлива. Такое количество близких людей, а за такое короткое время мы уже стали близкими людьми для вас. Это действительно счастье, когда можно, есть такая поддержка. И у нас есть возможность сегодня поучаствовать в этой поддержке, сделать для этого человека добро. Будьте добры, обратите внимание на скринька с левой стороны возле нас. Если у вас есть желание, возможность и, главное, потребность помочь, будьте добры. Можете обратить внимание и немножечко оставить там кусочек своей теплоты в этой скринке. Ну, а сейчас, конечно же, как и взрослые, так и дети, есть песни о любви. И ничего так больше о любви не скажет, как сама песня. Будьте добры, давайте поприветствуем Галыч, Дарья. Песня о любви. Ваши громкие-громкие овации. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, I have a moment before I go, 'cause I've been myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me wherever we are. Let me photograph you, need to start in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were set to get known, so restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I see you moved overseas. Said what you said. Do you left me? You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of where we were. Just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you said, to when you said. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess still care. Do you still care? It was just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me where we
If we're just like a song when we are. Давайте поддержим с нашей громкой поддержкой Галыч Дарья, песня о любви. Как круто было спето, как круто сказано. Ну и снова и снова хотела бы обратить ваше внимание на то, что кто спускается, кто присоединяется, кто находится еще в магазинах, подходите, пожалуйста, к нам. У нас есть возможность насладиться выступлениями детей. Эти дети сегодня собрались для того, чтобы помочь Артуру, которому нужна наша помощь для того, чтобы сделать операцию в Израиле. Слева от сцены находится скринька. У вас есть возможность поучаствовать добром, помочь человеку стать счастливым. И мы приглашаем вас участвовать в этом. Ну что ж, давайте поприветствуем следующего участника. Эта песня знакома нам всем. Эта песня прозвенела и прогремела, когда мы услышали еще некоторое время назад. Будьте добры, поприветствуйте громкими овациями Челыбию Владислав. Песня «Джамайка». Ваши громкие-громкие овации. Ваши громкие-громкие поддержки, Челыбии. Владислав, молодец, шикарное исполнение знаменитой песни. Спасибо всем огромное. Вижу, что люди спускаются и подходят, и участвуют для того, чтобы поучаствовать в нашей доброте и сделать человеку добро. Просто можно подойти к скринке. Парень, для которого мы сегодня устроили этот концерт, Вера Майборода, устроила этот концерт, собрала всех детей, находится среди нас и наслаждается этим действом. Каждый гдешь, каждый скрюч, ритмы мажих дна. Ты ли мист, ты ли сердце, не бывок у нас. Под пальцами узоры и кубок, но и он страх. Жадность нас не зерк, не жить, чем просто в тваж. Не запомни, як ж близко, рамя в рамя под короном джев. Не запомни, под золотом шистко, ти усе нас є, в кожним з нас є моц, край ми так сам жве, мимо буш і вес, били разем, оддалені так.
мамы час и не мамы наклегубёмще. Твой голос меня то не познаешь мне. Жалуем им все прошам и мертвым и в чём ж. Але сердце с дня на день тварнею ничем бронз. Не запомни, як биш близко, рамя в рамя под короном джев. Не запомни, поза то всичко, ти остаче нас дев. В каждым с нас есть моц, грай мы танцам жвей. Мимо буш и вес, мы ле разем, отдалені так, нас очені пле, пошукай. Вот позервоще и бец. Так трудно сплакать твою дмонь. Без меня ж просих же тебе. За мной стань, поможь мне. В каждом с нас есть мост. Край мы Дорогие друзья, Андрей и Дарья Панайотова. Наша громкая поддержка. Все. Будьте добры, поддержите, пожалуйста. Я знаю, что эта девушка переживает. Я знаю, насколько она готовилась и насколько она круто сейчас выступит. Потому что всегда, да, мы говорим «Мерси», но а песня немножечко о другом. Будьте добры, давайте поприветствуем громкими аплодисментами Кирилюк и Елизавета, песня «Мерси». Ваши громкие-громкие овации. You got me begging, you got me begging, you got me begging.
Ваша громкая-громкая поддержка, Кириюк и Елизавета. Поддержите, пожалуйста. Мы сейчас уже становимся нас больше возле этой сцены. Вы знаете, следующая песня именно о том, как помочь человеку. Следующая песня про краину мрий. И я точно знаю, что все мы с вами очень сильные и дружные. Потому что люди добрые, потому что люди честные, потому что люди открытые. И мы приглашаем вас, все, кто спускается, присоединиться к нам. Все, кто находится на вторых, на третьих ярусах, присоединяйтесь к нам и поучаствуйте в том, чтобы сделать для человека добро. Слева от сцены находится скринька, благотворительная скринька, где собираются денежные средства для того, чтобы помочь Артуру Мельниченко. Он сегодня находится среди нас. Мы очень рады, что ты сегодня рядом с нами. И я точно знаю, что одна из такая заветная мечта Артура – это станцевать. Правильно я говорю, да? Дорогие друзья, у нас есть возможность помочь человеку сделать операцию в израильской клинике. Для этого можно поучаствовать и немножечко бросить денежку вот в скриньку, которая находится слева возле сцены. Но точно знаем, что сейчас та песня, которая прозвучит очень ярко, очень креативно и дружно, мы поддержим Осна Ирина. Песня «Краина мрий». Ваша громкая-громкая поддержка. Снилось мені, що існує країна мрій. В цій країні росте чарівний гай. Гай той може кожен війти, відчувати таємниці, володіти секретом дивних час. Хай несе мене ріка в фантастичному човні, небо несе, наче у вісні. Хай несе мене ріка в фантастичному човні.
важно, когда талантливые дети показывают себя, настолько важно, когда они открыты для каждого из нас, и наша поддержка очень дружная. Будьте добры, давайте поприветствуем громкими аплодисментами яркую и креативную Ткачук Валерию с песней «Арлекино». Ваши громкие-громкие аплодисменты! Ваши громкие-громкие аплодисменты, Ткачук Валерия. Поддержите, пожалуйста.
Дорогие друзья, ведь правда замечательный концерт? Скажите, вот прям не слышно. Замечательный концерт, правда? Вот, спасибо вам большое. Вы знаете, насколько дети переживают вот там, которые готовятся? Вы знаете, насколько нервничает за каждого выступающего Артур? Потому что сегодня он действительно счастлив, переживает за девчонок и за парней. Сегодня у нас есть возможность прикоснуться к там, такому счастью, помочь этому ребенку. И слева от сцены находится благотворительная скрынька. У нас есть возможность поучаствовать денежными средствами, которые будут обязательно переданы сегодня, в конце концерта, переданы мамой. Давайте поприветствуем нашей громкой поддержкой Моисеев Иван. Песня «Рок-н-ролл». Поддержите, пожалуйста. Hello, friends, hello, hello. Давай познайомьтесь, my name is Иван. Давай проводить уикенд. Футбол, компьютер, а я на танці. Чи ти танцюєш рок-н-ролл? Чи може з друзями шахмати грати? Поддержка. Действительно, сначала потанцуем в рок-н-ролл и потом сразу пойдем на футбол. Правда, я говорю, ребята, футбол святое. Правильно говорят, нас не добьют, потому что мы сильные. Мы сильные своим добром, мы сильные своей радостью. И сегодня мы сильные в том, чтобы помочь такому прекрасному парню. И я уверена, что то сердце, которое находится слева от сцены, вот есть возможность подойти к нему и немножко поучаствовать деньгами в том, чтобы помочь этому парню сделать операцию в Израиле. Челебий Владислав с песней «Нас бьют, мы летаем». Ваши громкие овации! Миллионы нас бьют, мы летаем.
оставляя свои неудачи. Пусть врут, что крепчает от новых предательств, в обидой измены не ждет доказательств. Кто прилив лишился, боится влюбляться, но должен от страха потерять. Ваша громкая-громкая поддержка, такая взрослая, мужественная песня от мужественного парня для мужественного Артура. И я точно знаю, что та девушка, которая сейчас выйдет на эту сцену, ярко, с яркой песней, замечательно. И, честно вам скажу, волнение наше сейчас ей поможет аплодисментами. Будьте добры, давайте поприветствуем Круковская Елизавета. Веселая и яркая песня. Поддержите, пожалуйста. If you don't like the way I walk, do what am I on your mind? If you don't like the way
mind. Tonight I'm alive on the dollar sign. Guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive on the dollar sign. Guaranteed I can blow your mind. Mwah. Tell me I'm too crazy. You can tame me, can tame me. Tell me I've changed, but I'm the same me, same me inside. Hey, mwah. Ваши громкие-громкие аплодисменты, зажигательная песня Круковская Елизавета. Поддержите, пожалуйста, громкие аплодисментами. Ну а те, кто присоединился к нам пару секунд назад, мы бы хотели объяснить, что происходит на этой сцене. Сегодня происходит концерт. Концерт для человека, который заслуживает на положительные эмоции. Для каждого из вас. Этот концерт происходит для Артура Мельниченко. В рамках проекта «Жінка Вінничини», в рамках этого благотворительного проекта, номинант Вера Майборода, номинант в сфере культуры, сегодня собрала всех своих воспитанников, воспитанников образцовой мастерской эстрадного искусства «Зорина Мрии», городского дворца искусства «Заря». И вам честно скажу, что дети выступают в поддержку. Поддержку для Артура Мельниченко, чтобы собрать деньги. Деньги на лечение. На лечение в израильской клинике. Он нуждается в операции. Давайте поможем этому яркому парню. Его улыбка прям нас всех заряжает. Слева от сцены находится скринька. У вас есть возможность подойти и бросить туда денежку. Пусть это будет небольшая сумма, но когда эта сумма будет собрана, сумма, которую собирают не только здесь, эта сумма будет огромная. Главное – наша поддержка и наши эмоции. И снова и снова я уверена, что песня – это радость. Давайте поприветствуем радостную песню в исполнении Вершининой Александры. Ваши громкие-громкие аплодисменты! So quiet, it's all so still. You're all alone, and so peaceful until you fall in love. Cross your heart, you hope to die till it's over and worse. It's nice and quiet, but soon it goes. Oh,
over and well. It's nice and quiet, but soon a girl starts and never be quiet. You blow them from simple, never got loose. Simple, so what do you well back when you fall in love? The sky got in, the devil got loose. Твоїх буду тіла за ріку враз не складу. Зі мною горять, мости горять і сліз моря. Та знать, сира моя, менше слів, більше діла. Врятую від слів твоїх, хоч би тіло за навпіліт не знайду. Душу я болить, моя болить і кров кипить. Та донька вже не спить, менше слів, більше віри. Поплакала і знов фіалка розцвіла, засяяв день таємними знаками. І мама молода, закохана мала, на кухні всі однаково плакали. Зотліла ніч, зранку все стало сіре. Зайти нові кольори, пишу я лице. Помий дощі, що дрібище, а серцю під плащем. Менше слів, більше віри. Поплакала і знов фіалка розцвіла, засяяв день таємними знаками. І мама молода, однаково плакали. Поплакала і знов фіалка розцвіла, засяяв день таємними знаками. І мама молода, закохана мала, на кухні всі однаково плакали. Засяяв день таємними знаками. І мама молода, і закохана мала, на кухні всі однаково плакали.
Ваши громкие-громкие аплодисменты. Спасибо огромное. Вы знаете, я вижу, у нас тут появился еще и вот группа поддержки, уже своя фан-зона, да? Тут и так наблюдать, так классно наблюдать за детьми. Стоят, хлопают, стоят, танцуют. Это означает, что наш сегодняшний концерт происходит не зря, потому что радость и добро существуют в этой жизни. И сегодняшний концерт происходит в честь прекрасного парня Артура Мирниченко. Он находится прямо напротив сцены. Кто присоединился к нам недавно, обратите внимание, этот яркий, этот добродушный, он радостный и очень-очень такой открытый сердцем парень, потому что сегодня он получает такие положительные эмоции, а эти эмоции несравнимы ни с чем. А у нас есть возможность помочь этому парню сделать операцию в Израиле. И я уверена, что наша помощь для него сейчас очень нужна и важна. Слева от сцены находится благотворительная скрынька. У кого есть возможность и желание помочь, подходите. Те деньги, которые будут собраны сегодня, они будут переданы маме Артура. Я уверена, что эти деньги помогут сделать операцию в Израиле. Дорогие друзья, вы знаете, насколько круто, когда дети поют вот такие взрослые песни? И песни про Плакала, и песни про Джека. Давайте повстречаем громкие аплодисментами Ткачук Валерия. Песня про Джека. Повстречайте! Don't come back no more, no more, no more, no more in Rochi. Don't come back no more. What you say in Rochi? Don't come back no more, no more, no more, no more in Rochi. Don't come back no more. Oh woman, oh woman, don't seem so mean. You're the meanest woman that I ever seen. A girl, if you said so. I have to back my sins and go. Let's run with the Roche. Don't come back no more, no more, no more, no more with Roche. Don't come back no more. What you say in Roche? Don't come back no more, no more, no more, no more with Roche. Don't come back no more. Now, baby, listen, baby, don't seem so mean. You see me smoke. That I ever seen. Don't care if you do, cause it's understood. We ain't got no money and you ain't no good. Like this if you said so. I'd have to back my sins and go. Let's run to the road, G. Don't come back no more, no more, no more, no more in the road, G. Don't come back no more. What you say in the road, G. Don't come back no more, no more. Don't come back no more. Don't come back no more. What you say? Don't come back no more. Wow! Don't come back no more. Don't come back no more. Don't come back no more. Поддержите громкими аплодисментами Ткачук Валерия. Ваши громкие-громкие овации. Очень приятно наблюдать, честно скажу, за нами, за всеми, потому что еще очень приятно наблюдать за теми людьми, которые подходят к благотворительной скринке. Я честно вам скажу, что, конечно же, как и каждая благотворительная акция, мы всегда переживаем о том, чтобы эта помощь произошла. Спасибо вам огромное всем тем, кто подходит, подошли, всем тем, кто участвует, всем тем, кто своей радостью, аплодисментами поддерживает. We chain our hearts in way we jump, never ask you why. We kiss, stifle, and take your spell and laugh. No, I could deny it. Don't you ever say I just throw away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I gave me like your wrecking ball. I never get so hard in love. Oh, yeah, all these don't.
up until the sky, and now you put coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're seeing nothing brown. Don't you ever say I just walk away, I will always want you. I can't live a lie, running for my life, I will always want you. I give it like a wrecking ball, I never get so hard in love. All down on these stones to break in doubt. All I ever need was you pray to me. Hey, you around, I never get so hard. Say I just walk away, I will always want you. I give it like a wrecking ball, I never get so hard in love. All down on these stones to break in love. All I ever did was to break me. I give it like a wrecking ball, your voice just destroys my heart. Ваши громкие-громкие аплодисменты, Посна Ирина. Громкие-громкие овации. Дорогие друзья, осталось буквально несколько выступлений до подсчета тех денег, которые сегодня собраны в помощь для Артура Мельниченко. У вас есть возможность поучаствовать в таком добром деле. Для того, чтобы у ребенка все получилось, у его семьи все получилось, для того, чтобы эта операция произошла, мы должны быть понимающими и добрыми. Спасибо всем огромное, всем тем, кто участвует. Спасибо огромное всем тем, кто поддержит аплодисментами, радостными улыбками, открытым сердцем. Сегодняшний концерт был организован для того, чтобы помочь Артуру Мельниченко сделать операцию в Израиле в рамках проекта «Жінка Віничня». И сегодня этот концерт был собран благодаря Вере Майбереди. И я уверена, что та яркая песня, которая сейчас будет исполнена, нас всех обрадует, нас всех зажжет. Давайте поддержим громкими аплодисментами Ария Евгения. Ваши громкие-громкие овации! Всем привет! Только песня не зажигательная, чуть такая спокойная. When I was a young boy, I was scared growing up. I didn't understand it, but I was terrified of love. Felt like I had to choose, but it was out of my control. I needed to be saved, I was going crazy on my own. And took me years to tell my mother I expected the worst. I gathered all the courage in the world. She said, I love you no matter what. I just want
wants you to be happy, always be who you are. She wrapped her arms around, say don't try to be what you're not, 'cause I love you no matter what. I got a little older, wishing all my time away, riding on a pavement, every sunny day was gray. I trusted in my friends and my world came crashing down. I never seen a scene 'cause I'm seeing my misfortune now. I ran it home, I saw my mother, it was written on my face. And I hold my soul, my mother, it was written on my face. Felt like I had a hourglass about to break. She said, I love you now, no matter what. I just want you to be happy and always be who you are. Say don't try to be what you're not, 'cause I love you no matter what. Now I'm a man and I'm so much wiser. I got a world with my hell higher. I got the load and I need, but there is one special thing. Father looked at me, he said, I love you no matter what. I just want you to be happy and always be who you are. She wrapped her arms around, say you try to be what you're not, 'cause I love you no matter what. He loves me no matter what. And they love me no matter what. No matter what. Thank you. Ваши громкие-громкие аплодисменты, Ария и Евгений. Поддержите громкими овациями. Вы знаете, дорогие друзья, осталось буквально одно выступление до того как момента, как мы озвучим ту сумму, которая будет сейчас вынута из этой благотворительной скрынки. У вас есть возможность сейчас поучаствовать еще и еще. И те средства, которые сегодня будут собраны, передадут маме Артура Мельниченко, чтобы помочь ему сделать операцию в Израиле. Эта операция для него очень важна, а сегодняшний концерт, просто честно вам скажу, зажигает каждой песни, зажигает сердце, зажигают эмоции, зажигают те танцы, которые вот здесь, вот рядышком, в исполнении маленьких детей. Все это происходит потому что наша Украина яркая, а Вінниччина богата на таланты, потому что мы Украина все вместе. Давайте поддержим громкими аплодисментами Рихринская Яна с песней «Мы Украина». Ваша громкая-громкая поддержка! Україна жива,
наші гості заспівають разом. Ми Україна. Мамо, мамо, не плач, за мене молись, підтримуй любов'ю ти мене. І в серці завжди з тобою я є, і в серці моєму будеш ти. Синя жовта земля, єдина наша Україна, нас є світле майбуття. Так Україна жива, ваші хасті заспівають разом. Ми Україна, ми Україна. Царство Твоє, хай буде воля Твоя, Тобі все слава й хвала. Благаю, Ти бережи наші сестери, братці, тримай в своїх руках, святиться Твоє ім'я. Небесний наш Отець, хай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя, Тобі все слава й хвала. Ваші гасі заспівають разом. Ми Україна, це синя жовта земля, єдина наша Україна, нас є світле майбуття. Так Україна жива, ваші гасі заспівають разом. Ми Україна, ми Україна. Ваши громкие овации, поддержите громкие аплодисментами. Реквинская Яна, громкие аплодисменты, будьте добры. Вы знаете, дорогие друзья, очень-очень радует то, что мы действительно такие дружные, денег много собрано, девочки считают, и через некоторое время обязательно озвучим эту сумму и передадим маме Артура. Артур, я тебе честно скажу, мы очень надеялись на такую помощь. Мы все знаем всю песню, слова знаем, пить с пивом разок. Я пам'ятаю день, коли лиш починався світ. Хто міг, той підіймався та йшов. Ішов собі далеко в гори, взявши в похід свою надію, сильну як любов, що все буде добре для кожного з нас. Що все буде добре. Настане наш час. Я бачив, як навколо нас і долі, і вогні, все далі й далі змінювали світ. І ми все вище, бо в долині небо не таке, і далі щось веде мене в похід. І все буде добре для кожного з нас. І все буде добре. Настане наш час. У нас у кожного є телефони. Давайте вімкнемо телефони. Включимо там фонари, ліхтарики, посвітимо промінцями щастя такому гарному хлопцю. Давайте, включаємо ліхтарики, це для тебе, промінця щастя. В
І ось коли ми майже там, де холодно і сніг, і зовсім близько наша самота. Бажання сильні, як любов, поможуть нам дійти, і буде вся та наша висота, і все буде добре для кожного з нас, і все буде добре. Настане наш час, ще все буде добре. Для кожного з нас, і все буде добре. Настане наш час, все буде добре. Мы приглашаем всех-всех детишек, кто сегодня выступал, всех детей, всех приглашаем присоединиться к нам на сцену. И приглашаем присоединиться к нам на сцену Веру Майбора. Да будьте добры. Я тут рядышком с Артурчиком. Ребят, друзья мои, спасибо вам большое. Я дуже вдячна, що ви прийшли сьогодні до нас, що ви поряд. Ми зібрали скільки? 5100 гривень з вашою допомогою. Спасибі вам велике. Я, чесно, я не надіялась. Але такі люди добрі. От, я бажаю, щоб у Артурчика все склалося, щоб дійсно ми зібрали гроші на операцію в рамках проєкту «Жінка Вінниччини». Там багато хто допомагає. І це допомогло Артурчику стати здоровішим. 5100, будь ласка. Це те, що ми змогли зробити. Ну, і разом з Артурчиком, я думаю, що ми з дітками заспіваємо. Йдіть до мене ближче. Поїхали. Заховало сонце, чому ж у погляді хлоп'ячим заховало?
відчуває. Друзів надійних тому посилає. Хто вірить, вміє, надію плекає. Хто вірить в майбутнє, то все подолає. І Божа ласка тебе не минає. Хоч радість і щастя йому через край. Небайдужі, небайдужі, не криви душею. Нехай буде його ласка, хоч на мить твоєю. Вам, любі. Дорогие друзья, давайте поддержим Вера Майборода. Громче, 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 громче. Ее замечательные воспитанники, каждый из них талантище, каждый из них герой сегодняшнего времени. Ваши громкие-громкие овации. И замечательный, искренний, добрый и очень-очень веселый человек, ради которого сегодня мы все собрались в этом месте. И, я уверена, помогли прекрасному парню Артур Мельниченко. Ваши громкие-громкие аплодисменты! Артур, мы желаем тебе от души. От души, чтобы твоя самая заветная мечта сбылась. И мы желаем тебе, чтобы твои глаза всегда светились счастьем. И мы желаем всем вам, дорогие друзья, чтобы ваша жизнь была наполнена положительными эмоциями. Спасибо всем огромное за вашу поддержку и за то, что вы сегодня здесь и сейчас помогаете. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо, друзья.